Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем Победы, с торжеством, в котором слились воедино радость, память и скорбь. 9 мая – это и государственный, и очень личный, семейный праздник. Он стал символом священного родства России и ее народа. И в такой сплоченности, в преданности Родине наша сила, уверенность и достоинство. Нас объединяют глубокие, пронзительные чувства к нашим отцам, дедам, прадедам. Сегодня мы сердечно благодарим тех, кто в строю, кто рядом. И не скрываем при этом своей гордости и слез. Мы склоняем головы перед светлой памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан и друзей. Всех, кто не вернулся с войны. Всех, кого уже нет с нами. Объявляю минуту молчания. В этом году исполняется 75 лет с начала Великой Отечественной войны. 22 июня 41-го нацисты вероломно напали на Советский Союз. В один миг изменилась жизнь огромной страны. И на этом трагическом переломе был только один, но высший выбор. Главным для всего народа стало спасение Отечества. Началась героическая и жертвенная дорога к победе. Нужно было без промедления решать множество сложнейших задач. Одна из них – эвакуация миллионов мирных граждан, промышленности на восток. И все это в тяжелейших условиях наступления врага, в пекле войны. Сейчас трудно даже осознать, какими запредельными усилиями было вывезено и восстановлено более 1500 заводов. Уже через несколько месяцев они начали бесперебойно поставлять на фронт танки, самолеты, боеприпасы, военную технику. Это величайшая, беспримерная трудовая победа позволила нашей армии обратить врага вспять, сокрушить агрессора, который поставил себе на службу экономический потенциал почти всей Европы. В подвигах фронтовиков и тружеников тыла проявилась истинная жизненная сила нашего народа, его единство, победный дух и любовь к родной земле. Наши отцы и деды одолели мощного, беспощадного врага, перед которым спасовали, отступили многие страны. Именно советский народ принес
свободу другим народам. И именно от нашего солдата нацисты и их пособники получили полное возмездие. За миллионы жертв, за все изуверства и бесчинства на нашей земле. Война длилась без малого 4 года и стала целой эпохой для нашей страны. Эпохой мужества и отваги, тяжелейших испытаний и трагических потерь, светлых надежд и беспредельной веры в победу. Великое Отечественное навсегда останется выдающимся, священным подвигом нашего народа, призывом жить по совести, держать высоту правды и справедливости, передавать эти ценности от поколения к поколению. Уважаемые товарищи, уроки истории говорят о том, что мир на планете не утверждается сам по себе, что нужно быть бдительными, что недопустимы двойные стандарты, близорукое потакание тем, кто вынашивает новые преступные замыслы. Сегодня цивилизация вновь столкнулась с жестокостью и насилием. Терроризм стал глобальной угрозой. Мы обязаны победить это зло. И Россия открыта для объединения усилий с другими государствами. Готова работать над созданием современной, внеблоковой системы международной безопасности. Наши солдаты и командиры доказали, что они достойные преемники героев Великой Отечественной и с честью защищают интересы Родины. Уверен, что сегодня ветераны гордятся своими внуками и правнуками. Они их не подводят и всегда будут держать равнение на великую победу, на подвиг доблестного поколения победителей. С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура!